Всем привет, друзья! Продолжаем играть за Венецию. Играем в дополнение к Medieval 2 Total War под названием «Крестовые походы». Ну и в прошлой серии, да, вот мы наконец-то высадились в Египте. Ну и сразу же я бросился, в принципе, осаждать крупные египетские города. Смогу я их штурмовать только на следующий ход, потому что... Как бы я все предусмотрел, но небольшую деталь все-таки вот я упустил. Нужно было построить по одному отряду в каждую армию каких-нибудь катапульт или требюше. В общем-то, каких-нибудь осадных машин. Ну, чтобы как бы сходу, да, вот штурмовать. Ну да ладно, как бы сделано, уже его не воротишь, как говорится. По доходам, да, вот у нас минус 19610. В принципе, нормально, потому что 26 тысяч с половиной, больше даже, я вкладываю в строительство. Огромнейшие деньги. Но казна, в принципе, да, вот планируется на 20 с половиной тысяч, так что меня, в принципе, пока что все устраивает. Но помимо Египта, да, давайте вспоминать еще вот о чем, что мы, оказывается, вот Бонифацием и нашей армией двигаемся к Еревану. Драгана из пола у нас осаждает Тбилиси. От Тбилиси осталось 5 ходов до сдачи. Так что все, в принципе, нормально. Так, ну и вот война с Египтом у нас. Вот здесь вот. Дож Туска у нас занял оборону на мосту. В принципе, да, вот если египтяне быстренько соберут какие-то силы и помчатся на выручку Александрии или Танте, то на этом мосту все-таки ж... Мне кажется, я сумею их остановить. Ну, по крайней мере, это будет лучше, чем делать это где-то в поле. Так. У нас 96 ходов уже позади. 18 областей. А нужно 40. Да, областей мало. Ну что ж. Давайте сдадим ход. Новая невеста, помолвка, советник Сарачена... Алегрица из Монако. Хорошо. Джихад. Пророк, да будет он благословен в глазах Всевышнего, заповедовал детям своим жить в мире и быть милосердными. Но можно ли быть милосердными к неверным, погрязшим во грехе? Воины ислама более не могут безучастно взирать на торжество порока. Пришло время объявить джихад, священную войну против неверных. Аллах благословит своих воинов. Джихад на княжество Антиохии объявил Аюбит из Даманхура. Этому поселению объявлен джихад, священная война. Скоро его стенам придется держать осаду самых могучих войск ислама. Все мусульмане, способные держать оружие, должны откликнуться на призыв с огнем в сердцах. Так, ну что ж, на Антиохию объявлен джихад. Даже не знаю, но Антиохия вряд ли выстоит. Но с другой стороны, у меня появится хороший шанс захватить этот город.
«Черная смерть. Помилуй нас, Бог. Страшный мор уносит жизни добрых людей. Если это и вправду кара небесная, то сколь же тяжело мы согрешили. Смирно у нас болеет». Понятно. Так, почему-то вот в предыдущем разе, когда я смотрел финансовые дела, все было по-другому. Там было минус 16 тысяч, здесь почему-то минус 23 тысячи. Ну да и ладно, в принципе, по большему количеству показателей мы находимся все-таки же на втором месте. По армии, по сельскому хозяйству, по населению и по общему балансу. Ну, финансы понятно, финансы я трачу. В принципе, второе место, я считаю, тоже неплохо. Богатейшая держава – это держава монголов. Этих людей можно обвинить во многих грехах, но только не в бедности. Ведь их земли ныне самые богатые и цветущие во всем известном мире. Сильнейшая держава – княжество Антиохия. Бесспорно, ни у кого нет армии мощнее, чем у этого народа. Если его военная сила продолжит расти, можно будет лишь помолиться о его врагах. Да, деньги закончились. Так, адмирал Риджи у нас умер естественной смертью. Хорошо. Так, построилось кое-что тоже отлично. Ну и свадьба советника Сарачена и Алегрица Дандола. Редкие события могут сравниться по пышности со свадьбой этих знатных особ. Пусть же их союз принесет счастье всем людям. Так. Смотрите, египтяне даже не рыпнулись. Египтяне даже не рыпнулись помогать своим регионам. Да, милорд. Есть, милорд. Так, чудесно. Значит, у нас джихад на Антиохию идет. Так, а у меня конница есть? Так, а конницы у меня и нет. А чё, реально нету конницы? А, нет, есть. Вот, 4 отряда. Так, теперь нужен полководец мне. Блин. Ну ты, конечно же, мощнявый парень. Этот человек считает верность проявлением слабости и глупости. Так, ну что ж, молодец. Так. Офигеть, еще лучше. Сомнительный предводитель. Пока этот человек не выказал умений, необходимых каждому командиру. Так, а сейчас, секундочку, я просмотрю свой состав наследников. Ладикея. Ну, он сведущ в налогах, хороший руководитель. Так, ладно. Может быть, найдем что-нибудь еще. Так, это окрестности Танты. Да. Трапезунд. Что прикажете? Абидос. Талантливый руководитель. Плюс 5 доходом. Тоже сборщик налогов. Хм. Так. Укажите врага. Блин, это тоже сведущ в налогах, а?
что-то у меня совсем плохо с руководящим составом. Смирно. Приказывайте. Блин, а этот чумой еще болеет, наверное. Блин, знание горного дела. Тем более он здесь вот, скорее всего, заболел чумой в Смирне. Так, ладно, его пока что тоже отложим в сторону. В принципе. Так, Тифлис. Да. Ага, Тифлис. Да? А, море. Так, да. Это Танта. Танта, да, это не то. Так, а вот подрастающее поколение. Так, девчонки, да, вот. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Так, один год, да. Тарвиксио из... финале. Из финале. Так. Кристина 7 лет. Так. Лука Дандола 5 лет. Ё-моё. Морозина 3 года. И девочки тоже, смотрите, этот, как бы, совсем молоденькие. И что мне делать? Прикажете? Да. Так, да. Ладно, давайте пока что вот этого вот парня вытащим. Разбиваем лагерь. Если он не будет болеть чумой, то все-таки жда, вот его, наверное, снарядим в поход. Так, ну что ж, да, давайте, в принципе, для начала вот подтянем. Все, что у нас есть. Гулямы, лучники, мамлюки. Офигеть, это хорошие войска. Я, знаете, как бы вот просто думаю, может мне Думьят как бы рывком захватить. Но мне бы понадобилась здесь какая-нибудь крепость. Или, может быть, не рисковать? Выходим на сушу. Да. Так, сюда нужно... Сюда непонятно, что нужно. Так, давайте сформируем более-менее нормальный состав армии. Да? Ваше величество. Приказаний? Да? Объединяемся! Ваше величество. Что прикажете? Да? Что прикажете? Да. Так, давайте пока что армию вот эту вот остатки на корабли закинем. Ну, чтобы она не взбунтовалась, не дай бог. Все-таки ж целая армия. Так, да, давайте я вот быстренько вот это вот, Бонифация, отправлю. Конечно, выступим завтра. В сторону Еревана. Мы вернемся с победой. Да, я понял уже. Да. Так, 94, а здесь 77. Да, давайте вот католичество распространять в Ереване. Чудесно. Будь завтра, на рассвете.
служу Господу. Так, это еще партия священников у нас. Подплывает. Ага, все, да? Священников больше нельзя строить. Хорошо. Ну да, в принципе, давайте вот, как было оговорено, да, штурмовать Александрию и Танту. Так, ну что ж. С нами Бог! В атаку! 5 осадных башен, я думаю, вполне себе хватит. Так, в общем-то, Тадео Дандола командует нашими войсками. Один вид этого полководца вдохновляет воинов на подвиги. 23 года, добропорядочный, сын рыцаря, неплох в обороне стен. Торговец языкастый, не боящийся крови, мягкосердечный судья. Отец солдатам, склонный к набожности, воин ночи, многообещающий стратег. Да, отличный парень. Ему только 23 года. Так. Ну, гарнизон Александрии совсем уж слабенький. 4 отряда каких-то бедуинов на верблюдах. Ну и 3 отряда требуше. Давайте штурмовать. Мы победим во имя Господа! На битву! Ну что ж, будем разворачиваться. Да, Александрия, смотрите, огромнейший город. Так, ага, ну, все понятно, в принципе, да, вот. Прям вот здесь вот нужно будет подъехать к стенам. Прям здесь вот высадиться и к центру потопать. Хорошо. С этим вроде бы разобрались. Так, давайте вот мы осадную башню одну вот сюда вот. Вот сюда вот закинем. Так, одну сюда. И одну, на всякий случай, вот сюда вот. Так, стрелкам отключим сохранение дистанции. Давайте их немножко скомпонуем. Так, ну и начнем битву. В принципе, да, насколько я помню, у египтян нету сухопутных пехотных подразделений. Сухопутных, да, пехотных подразделений. Ну, типа того, да. Так что, в принципе, да, вот мы можем штурмовать стены себе спокойненько, не боясь. Пехотных подразделений у египтян нету. В принципе, это должно быть все просто. Правда, вот смотрите, требюши они куда-то волокут. Это тоже куда-то вот волокут требюши. Хвала Господу! Осадные башни целы, враг обречен! Отлично.
Так, хорошо, вы ставьте башню. Так, а вы можете бросить башню в противника. Осадная башня уже у стен. Начинаем штурм. Начинаем, да. В принципе, можно подействовать конницей. Все равно здесь у врагов только застрельщики и осадное оборудование. В принципе, можно конницей их смять. Но беда в том, смогу ли я здесь, если что, нанять наемную конницу. Так, хорошо. Нафига вы стреляете по нам? Так, давайте заводим пехоту. Заводим лучников. Вот эти, они по стенам своим же лупят, ё-моё. Наши воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Так, отлично. Только вам, наверное, лучше будет пробежаться, ребятки. Блин, что вы делаете? Да вот же здесь как бы это. А вы типа... Блин, я забыл походу захватить эту... ворота. А, нет, я захватил ворота. Чё вы гоните? Нафига вы лезете в башню, ребятки? Вот здесь ворота есть. Заходите в ворота. Ужас. Нафига вы это делаете? Нас тут расстреливают в это время. Так. Ну, благо в этот египетские войска... по большей части, конечно же, промахиваются. Ё-моё, вы испугались. Офигеть, офигеть, чё такое? Сколько я уже потерял? 8% уже потерял. Ну надо же. Так давайте двигайтесь вперед. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают верх. Так, хорошо. Так, отлично, бегут. Бегут эти подлые египтяне. Блин, этот требюше
Расстреливает прям жестко. Так, вперед, вперед. Двигайтесь. Так, давайте подтянем стрелков поближе. Да, вот они вот прям стреляют и стреляют. Никак не... Никак не угомоняться. Так, 13% потерял. Давайте, вы зашли в город или нет? Так. Ну, видимо, вот этот вот 20 человек, их уже не остановить. Ладно, я обойдусь и без них. Так, быстренько-быстренько залетаем на центральную площадь, а то они нас всех перестреляют. Прям, знаете, вот сволочи такие вот. Конницы зажали. А трибюше прям расстреливают в узком пространстве. Так, ну ничего, ладно. Это все ерунда, это ни на что не влияет на самом-то деле. Хвала святым угодникам! Мы захватили город! Так, хорошо, теперь вырезаем все вот эти вот расчеты. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, враг потерял половину бойцов. Так, отлично. Просто чудесно. Мы уже захватили центральную площадь. Вот эти вот ребятки. Блин, вот вы дебилы. Нафига вы так побежали оббегать? Офигеть. Эти войска, они ужасно не слушаются. Чем вам вот так вот прямо вот не пробежаться? А я еще думаю, блин, а что это вражеская конница как бы умыкнула с центра? Че они убежали? Они, оказывается, побежали резать наших. Начальник мертв. Прогоним его людей обратно в пустыню. Они побежали резать наших арбалетчиков. Так. Отлично, давайте добивать их. Вот наши арбалетчики здесь, оказывается, справились с вражеской конницей. Оказывается, я не потерял даже и процента. Все так же у нас 18% потерь. Ну что ж, отлично. Это победа.
А если я вот прям вот так вот, да, попробую вас остановить и генералом своим? Ну что ж, давайте завершим битву. Я не вижу смысла особого сражаться дальше. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Так, отлично, победа. Ну что ж, первый город на египетской земле. Победа! Восславим Господа! Возрадуйтесь, отныне эти земли ваши. Да, давайте ограбим, все-таки же 24 тысячи. Можно, конечно же, уничтожать жителей, чтобы лояльность была более-менее нормальная, но... Я думаю, все-таки ж мои священники справятся с населением. Давайте просто ограбим. Мятеж в стане врага Тадео Дандола. Уцелевшие в последней битве воины противника бежали, предпочитая бегство верной смерти. Более они нас не потревожат. Ну и Тадео Дандола плюс один к жестокости получил. Так, отлично. Давайте сразу же вот мы... отремонтируем стенку, построим церковь. В принципе, нормально так. Поставим вот ежемесячные бега. Ну, чтобы как бы успокоить немножко население. Не оставляй следов. Я затаюсь. Отлично. Ну что ж, кое-что уже есть. Да? Ваше величество. Так, Танта, то же самое, то же самое. Кто начнет с собой? Так, давайте штурмовать Танту. Нашими войсками командует Джилио Цезареско. У врагов абсолютно то же самое. Три отряда бедуинов на верблюдах, три отряда трибуше. Давайте штурмовать. Тогда в бой! Так, развернем войска. Но перед этим, да, давайте вот посмотрим планировку города. Так. Ага, вот прямо вот можно. Прямо-прямо и налево. Прямо-прямо и налево. Так. В общем-то, по одной башне с каждой стороны поставим. Вернее, по две башни с каждой стороны, на всякий случай. Так, подтянем стрелков. Ну и конница. Так, давайте, в общем-то, захватим ворота. Так, вот эти вот башни, я смотрю, уже можно сразу же их забросить. Они не нужны. Так, сейчас я уже поступлю совсем по-другому. Сейчас я заведу конницу. И конницей обойду город со стороны. И в принципе, да, вот вторгнусь на центральную площадь. И не позволю уже стрелять вражеским орудийным расчетом.
прям жестоко так расстреливать наши войска на узких улочках. У них здесь и озеро есть, представляете? Вы что, ребятки, забыли, как ставить осадную башню к стенам? Хвала Господу! Осадные башни целы, враг обречен! Так. Вот это вот все дело, я думаю, можно уже сразу же прям подвести к воротам. От греха подальше. Нужно было лестницы строить. Так было бы, по крайней мере, быстрее, чем этими башнями осадными. Осадные башни уже у стен. Начинаем штурм! Так, ребятки. Давайте-ка вы открывайте нам ворота. Сейчас я быстренько хочу заткнуть этот требюше. Хвала Создателю! Мы захватили вражеские стены. Так. Да, мы захватили. Все, залетаем в город. Вот так вот, да-да, ребятки, через ворота. Ха. Нужно было догадаться. Так, хорошо. Для начала залетим конницей, вырежем расчет этого требюше. Так, а по этой улице можно обойти? А, в принципе, да, и по этой улице можно обойти. Так, отлично. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Ничего не изменится. Не переживай. Так, отлично. Давайте вот конницей вот сюда вот. Свернем на вот эту вот улочку. Так, пехота. Представляете, он сюда вот в минарет попал. Это этот снаряд. Так, ну блин, давайте разворачивайтесь. Хотя бы вот по одному отряду выбирать. Так, ну и вам нужно пробежаться, ребятки. А здесь как бы, да вот, пешком особо не пройтись. Так, конницы. Конницы нужно вот сюда вот подкатить. Так. Х.
Хорошо, а теперь врываемся конницей на центральную площадь. Вырезаем вот эти вот требюше. Да, смотрите, как они вот в узком пространстве расстреливают наши войска. В нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Так, 4% потерял уже. Так, ребятки, а чё вы так медленно? Это ж конница легкая. Тут конные застрельщики вообще. Вы что, не можете с ними справиться? У вас же как бы оружие пробивает доспехи. Так, давайте заткнем и это требюше. Хорошо. Вот так-то. Будете знать. Милорд, город захвачен. Так. Нещадно просто вырезаем расчеты. Так, а все, да? А, нет, вот еще тут. Враг потерял половину. Сарацинский военачальник мертв. Прогоним его людей обратно в пустыню. Так, ну и давайте вот ударим конницей. По вражеской коннице. Прям с тылу ударим. Ну и в принципе, да, вот штурм можно будет считать. Окончен. Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Завершаем. Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. Так, отлично. Это победа. И Танта переходит под наш контроль. Ваши враги стали вашими подданными. Да, давайте ограбим Танту. Так, ну и тоже вот закажем церквушку, начнем чинить. Так, я вроде бы послом хотел договариваться с Иерусалимским королевством. Подожду до утра. Так, чудесно. Куда мы идти? Так, а здесь что? Ага, здесь уже территория Каира. Так. Блин, Думьят тоже был захватить. Что у нас здесь? Так, ну... Ялла, султан желает вашей смерти. Думьят тоже было бы неплохо захватить. Ну, потому что здесь на границах Иерусалимское королевство. Победа без чести – ничто. Вы согласны? Ну, как бы не хочется совсем отдавать им этот... региончик. С другой стороны, как бы я-то Танту уже заштурмовал, правильно? Рад служить. Я Танту уже заштурмовал, так что я могу, в принципе, уже эту армию не держать на мосту. То есть я, если что, смогу отбиться и в Александрии, и в Танте. Да, эти бойцы хорошие.
Так, хорошо. И да благословит нас Бог. Победа! С нами Господь. Приказывайте. Мы вернемся с победой. Никаких вопросов. Осада так осада. Давайте осада осадим пока что Думьят. Пешие гулямы. Да. Пешие войны с ятаганами. Видимо, не так все будет просто, как я вам рассказывал в прошлой серии. Нужно будет постараться. Так, ну, в принципе, ладно. Как бы постараемся. Что тогда делать еще? Будем стараться, как говорится. Так, давайте вот он в Абидосе мы налоги понизим. Так, в остальных регионах вроде бы нормально все. Слушаю. Да. Так, ну и здесь вот мы потихонечку двигаемся. Да-да, кстати, где монголы? Не оставляя следов. Я куда мне? Так, алле-алле, монголы, выходите на связь, куда вы пропали? Куда вы ушли? А, вот они. Тут ты. Султан не враждует с вами, неверно. Ну и хорошо, в принципе, не враждует. Это нормально. Это прикольно. Так, да, давайте, давайте сдадим ход. Так, вот это вот уже интересно, знаете. А вот это вот уже как бы интересно. У нас хорошие войска, ну и у врагов тоже хорошие войска. Так, эту армию я уже смотрел. Конницы много. Давайте мы отступим. Оказался сильнее. Выходим из боя. Да. Воины. Давайте мы отступим пока что. Я, конечно же, в идеале хотел бы, чтобы Иерусалимское королевство разбило вот эти вот армии. Ага, да-да. Именно так. Именно и так я и хотел. А я бы как бы подмёл бы. Я подмёл бы территории без боя. Так, чёрная смерть. Так, Смирна до сих пор болеет. Так, ну да, 43 тысячи, то, что мы награбили. Огромнейшая держава. Покоренные вами земли кажутся бесконечными. Вы правите самым большим государством цивилизованного мира. Но не забывайте, что чем длиннее границы, тем сложнее их оборонять. Богатейшая держава. Нет народа богаче нашего. Ни у кого нет казны, превосходящей нашу. И об этом нельзя забывать, потому что нередко войны начинаются из-за зависти.
сильнейшая держава. Враги дрожат перед нами, ибо ныне мы превосходим всех по могуществу. Никому не одолеть нашего войска, и правители других земель должны дважды подумать, прежде чем навлекать наш гнев. Ну да, в принципе, даже трижды подумать. Да тут даже думать не надо. Просто не связывайте с нами, и все у вас будет хорошо. Так, это что еще за шутки? Так, церковь. В принципе, можно арбалетчиков переобучить. Так, давайте церковь построим в Танте. Так, и тоже переобучим войска. Так, смерть благородного человека, священник Марина Фурлана, окрестности Еревана. Понятно. Объявление войны. Египет, княжество Антиохия. Эти народы объявили друг другу войну. Возможно, противостояние ослабит их, отведя угрозу от пределов вашей державы. Возможно. Да. Тут, кстати, Суэц беззащитный. Так, ладно, двигаемся к Суэцу, дожим Туска. Ну, как бы обожаю разную халяву. Честно говоря, обожаю. Ну, разную халяву, так вот. Чтобы это можно было захватить без каких-то трудностей. Это мое. Да. Есть, милорд. Милорд, мы продолжим путь завтра. Жду приказаний. Продолжайте, да, ваше расследование. Прокладываю курс, милорд. Так, это можно закинуть. Есть, в порт. Да. Так, ну и нам нужно будет собрать какую-то армию. Да? Что прикажете? А, милорд? Объединяем армии, милорд. Да, милорд. Чудесно. Что прикажете, кайзер? Ваше Величество. Да? Ваше Величество. Марш! Так, и еще один отряд. Вот так вот. Рад служить. Ага, а здесь нужно просто их скомпоновать. А, нет, здесь вообще что-то непонятное на самом-то деле. Так. Давайте вот эту вот армию выдвинем на мост. Паскаль Дела Волпе. Командует ею. Что там у нас? Иерусалимское королевство. Заключить союз. Очень щедрое предложение. Давайте попросим с них какую-нибудь дань. Ну, потому что как бы... Ну вот меня сильно смущает вот это вот очень щедрое предложение. Нет, мы не можем пойти на такое. Ну, давайте. Великолепно. Мы этого не забудем. До встречи. Опоздание, захват Лимассола. С этим поселением заключен союз. Захватывать его не имеет смысла. Вообще-то это я говорил еще в прошлой серии. Или в позапрошлой серии. Новый союз и Иерусалимское королевство Венеция. Эти две державы образовали военный союз, сплотив силы ради достижения общих целей. Отлично. Общие цели, да, это то, что я и хотел. Не оставляю следов. Так. Куда мне идти? Как прикажете? Что-то монголы осторожничают. Ну, хотя, в принципе, подошли к Такриту.
Так, ладно, я хотел вроде бы собрать еще одну армию. Да. Конечно. Так, для этого нам понадобится тяжелая пехота. Да. Ты кто такой? Блин, опять какой-то. По приказанию. Рад служить. Выступаем немедленно. Какой-то левый этот персонаж появился. Ваше величество. Вперед! Что прикажете? Жду приказаний. Марш! Объединяем войска! Что прикажете? Вперед! Марш! Так, огонь. Мне что кажется, прикажете? Уже лучше вот армию вот так вот оставлять, чем доверять этому товарищу. Как его что даже приказание? Вот зовут? Что прикажете? Анекина Манселли. Ну, это бомба. Это просто бомба. Так, Никея. Так, давайте, в общем-то, быстренько опять пробежимся по городам. И, может быть, понизим налоги, потому что я смотрю, у меня тут в некоторых регионах ситуация, ну, мягко говоря, не очень-то хорошая. Что прикажете? Так. Ну, нормально. Так, не коси. А чё низкие налоги? А, ну да. Точно, низкие, так низкие, я согласен. Синоп. Синоп. Здесь вообще кожевника было бы неплохо построить. Так, давайте вот мы в Родосе переподготовим гарнизон. Пускай будет подготовленным. Так, хорошо. Александрия. Ага, Дарилей. Дарилей у нас столица. Хорошо, нормально. Так, антиохийских, значит, войск нету на границе. Можно себе жить да. Спокойненько дальше. Есть. Разбиваем лагерь. С нами Бог. В атаку! Так, три хода от Тбилиси осталось. Так, давайте еще на всякий случай священников понанимаем. Ну, пусть что будут. Да, милорд? Так, это подкрепление у нас священников, которое двигается в Египет. Рад служить. Хорошо. В общем-то, я так думаю, что если с Думья там ничего не получилось, мы попробуем в Суэце что-нибудь предпринять. Но опять же, видите, если бы были бы осадные машины, хотя их можно вот здесь вот в Танте нанять или в Александрии. Да, или в Александрии. То, в принципе, да, вот можно что-нибудь придумать. Папирус, да? Папирус, блин, а я сюда ни одного убийцу, да, не подвез. Почему? Так, Дарилей. Трапезунд. Да. Я-то, оказывается, ни одного убийцу сюда ни в Египет не привез.
А здесь и нельзя нанимать убийц. А здесь... Так, а здесь какой уровень? Гильдия воров, кофейня. Ага, кофейня. Ага, это получается только второй уровень, да? Трактир. Да, это второй уровень. Да, с другой стороны, какая разница? В принципе, у меня же есть гильдия убийц. Они здесь должны появляться как ученики гильдии. Так что, в принципе, нормально все, я думаю. Так, давайте сдадим еще один ход. Вообще-то, может быть, будем чего-нибудь в Северной Африке добывать? Так, Сива, Сива. Большой город, кстати. Так, рабы. Куда мне идти? Я все выяснил. На сегодня все, милорд. Так, хлопок, шелк, ткани, рабы. Сахар. Кстати, а сахар? Сколько стоит добывать сахар? 70, 105 папирус. Хлопок 7. Маловато. Папирус 105. Шелк, кстати, тоже 105. А рабы 42. Так, может быть, мы здесь как бы будем и добывать какой-нибудь ресурс. Ну, допустим, папирус. Что вы хотите знать? Так, что мы хотите знать? Мы хотите знать... 210. А вообще-то нафиг мне какой-то папирус, если я здесь золото могу возле Тбилиси добывать или возле Еревана. Ну, в принципе, да. Нафиг мне этот папирус. Золото я в два раза больше, 210 буду получать. Так, ладно. Как оказалось, папирус нам совсем не нужен, не интересен этот ресурс. Ну, потому что на карте есть золото, и в принципе, да, мои хищные лапы уже тянутся к этому золоту. Хорошо, что у нас там джихадисты на Антиохию идут? В общем-то, план у меня был изначально такой, да, вот. Кто-нибудь... Ага, ну египтяне уже, в принципе, готовы. Для меня будет большой честь победить. Угу, спасибо. Египтяне уже готовы, они в принципе, да, вот пойдут и, скорее всего, захватят Антиохию. А я тем временем соберу армию и быстренько вот так вот кораблями к Никосии, потом сюда вот в Сирию, и я перехвачу Антиохию себе. Ну, это потому что огромный город, и мне он понадобился бы. Иншалла, между нами мир. Угу. Да, я думаю, отличный план. Так, ладно, давайте сдадим ход. Блин, а турки-то, оказывается, тоже-то пошли в джихад. Что-то я вначале, знаете, я немного сомневался, пойдут ли они в джихад или нет. Потому что там вот в джихад, по-моему, пошел один полководец только. Ага, да-да-да, вот так вот, египтяне, вы воюете с Иерусалимским королевством. Угу, нифига.
Нифига, вот так вот, да? С трех сторон. Так. Пешие гулямы, суданские лучники, требюше, мамлюки. Элитная конница египетской армии. Так. Пешие воины с ятаганами. В принципе, тоже хорошие. Мамлюки с пистолями. То есть я как бы здесь живу в каменном веке, а у вас уже этот... стрелковое оружие, что ли? Так. Понятно. А я смогу отступить отсюда, или армия здесь чуть-чуть умрет? Тогда мне лучше будет посражаться. Так, ну зато, видите, египтяне потихонечку этот... снимают свои силы с Каира. Стягивают его сюда, вот к Суэцу. Ладно, давайте мы посражаемся. Господа и королевства, к бою! Потому что отступать, как бы, я не знаю, сможет ли армия отступить. Вполне возможно, армия просто погибнет без боя. А так мы хотя бы, ну, хоть какой-нибудь урон нанесем врагам. Так, а где мне расположиться? В принципе, можно прямо здесь расположиться. В принципе, здесь место-то хорошее. Но с другой стороны, враги, блин, с трех сторон. Враги привели подкрепление. Они надеются задавить нас числом. Прям с тылу нам заходят. Вот эти вот войска. Так, что-то не понял, как это получается? А нафига я тогда здесь вот, против кого я здесь построился? То есть вы как бы обходите вот так вот, со стороны холма. Так, ну ничего. Кто сказал, что это все фигня? Давайте мы быстренько перестроимся. В принципе, я думаю, я смогу все-таки ж по-быстрому разбить вот эту вот армию. Так, пешие воины с ятаганами, мамлюки с пистолями. Так, давайте подтянем конницу. Так, вы еще и отсюда подходите. Так. Блин, эти гадкие требюше и расстреливают нашу конницу нещадно. Дождь идет, дождь в пустыне, да? Интересное явление. Так, давайте ударим по требюше конницы.
Так, вы, ребятки, сейчас нас будете, да? Расстреливать. А я не могу позволить про царя такие песни петь. Так, с кем там наша конница вообще-то столкнулась? С расчетом трибюше? Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Так, хорошо, давайте все-таки швырнем конницу. Здесь вот эти вот бедуинские лучники на верблюдах вообще обнаглели и подошли к нашим стрелкам. Так, в принципе, да, это было ожидаемо, то, что мы опрокинули эти войска. Так, давайте опрокинем вот этих вот стрелков на верблюдах. Так, что-то вы... Начинаете уже как бы это, сдавать позиции. Блин, а как здесь мы оказались в окружении? Враг потерял половину бойцов. Ну правильно, да, в своих стрелять. Так, хорошо, бегут, но нужно здесь помочь нашей пехоте. Так, давайте, ребятки, вы же пробиваете этот, у вас оружие пробивает доспехи. Ну, блин, ну прямо вот по моей коннице, ну вот тебе нужно было именно вот попасть. Ну ты же всегда промахивался, до этого ты всегда промахивался. Блин, раз в год и палка стреляет. Причем вот эта вот деревянная трибюшетная палка, которая здесь вот прям не стреляет, а расстреливает. Так. Ну давайте, вы не можете с одним отрядом трибюше справиться. У вас же много, он один. Так. Так, ну да, уходим, в принципе, конницей. Потому что тут он уже, сволочь, своих копейщиков подтянул. Так, хорошо. Более не менее ситуация пока что нормальная. Полководец сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Так, хорошо. Победа близка. Так, вообще-то нам нужно выстроиться против вот этих вот сил. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Так, разгоняем вражеские войска. Так. Это какое-то несчастное сарацинское ополчение, которое здесь, блин, бегает по нашим тылам уже полчаса. Кстати, потеряли 34%, и враги потеряли 44%.
Я считаю, что очень хорошо, потому что, да, вот позиция у нас была не самая лучшая, далеко не самая лучшая, в полном окружении, но вот мы... Но пока наши воины одерживают верх. Мы очень успешно отбились. Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Так, давайте противостоять вражеской кавалерии. Потому что, ну, наша пехота не справляется. Наша пехота все-таки ж с трудом справляется с ударами кавалерии. Так, блин, бегут, а? Блин, да нехило так этот. Милорд, мы потеряли половину армии. Так, нубийские копейщики, блин, а чё мы сражаемся с копейщиками нашей конницей? Блин, у нас все разваливается, ё-моё. Да вот нифига, все разваливается. Эти мамлюки слишком сильные. Чуть не могу с ними справиться. Говорите, так, еще не хватало нам потерять здесь нашего. Так. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Так, покажем обязательно. Всем все покажем. Сарацинский военачальник мертв. Прогоним его людей обратно в пустыню. Так, вы потеряли вашего начальника. Вам нужно бежать. Милорд, удача отвернулась от нас. Мы должны что-то предпринять, пока враг не закрепил успех. Так, ну давайте, вы ж колеблетесь. Ай-яй-яй, как все печально. Блин, а че вы сражаетесь прям до конца? Офигеть. С трудом выровнял. Удача улыбнулась нам. Мы должны закрепить успех. Так. Суданские лучники нас тут расстреливают. Эти мамлюки, это просто имба какая-то. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают верх. Так, блин, они здесь уже по нашим лучникам бьют. Так, из последних сил. Наши воины обессилены. Так, наши воины обессилены. Я понимаю, но... Блин, тут прям все на волоске висит. И тут наш этот лидер фракции, мы можем его сейчас потерять. Сейчас очень опасный момент. Так, отлично. Три бюши осталось. Враг потерял половину бойцов.
77% потерь у нас, 79% потерь у врагов. Ну давайте, блин, такой момент, и вы начинаете тупить. Сомните этот требюше. Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Так, хорошо. Ну что ж, это было эпично. Но египетские войска, да, очень сильные. Я не ожидал такого. Вот эти вот мамлюки ихние. А у них тут еще пешие какие-то гулямы. Тяжелая пехота. Позвольте мне на вас посмотреть, ребятки. Ну, выглядят они, конечно же, здорово, но у них нету этого. Пробивает доспех. Мне кажется, у нашей венецианской пехоты как бы более расширенная возможность. Ну вот как бы, тем не менее. С большим трудом нам удалось победить. И как бы нужно отступать. Нам нужно отступать, потому что армия не боеспособная. Мы потеряли 78%. При таких потерях эта армия не боеспособна. А кто здесь это самое не сбежал? А, ну да, это же вы. Это вы. Давайте их пристрелим лучниками, в принципе. Так, ребятки, ну, догоните их, пожалуйста. Блин, нафиг вы бегаете за ними? Вы, наверное, так устали. Так устали бегать по этому полю боя. Так, ну... Ну хорошо, что победили, да. 81% потерь. Так, нужно будет отсюда отсуэться, делать ноги, потому что, не знаю, даже если эта армия еще выдержит одно нападение, то вряд ли это закончится чем-то хорошим. А здесь у нас как бы этот лидер фракции, наш венецианский дож. Так, зато смотрите, 700 человек мы взяли в плен. Это получается где-то треть мы взяли в плен. Потому что у них было где-то 3 армии по 800 человек. Ну, если рассуждать так вот именно вот примерными цифрами, то да, где-то так.
Ну, потери вообще-то да. Потери феноменальные просто. 81%. Нужно бы, как бы, наверное, немножко притормозить. Потому что это ничем хорошим не закончится. Что-то я как бы с таким превеликим энтузиазмом начал. Этой победой восхитится весь христианский мир. Так, полная победа. Да, у нас, кстати, треть армии осталась только. Да, начал я с энтузиазмом, но меня как бы египтяне поставили на место, честно говоря. Я понимаю, что как бы... Нет! Победа! Восславим Господа! Нужно притормозить, Стас. Так, Ираклион, гильдия путешественников. Не нужна мне эта гильдия. Новое задание — убийство. Смерть этого еретика осчастливит множество людей и устранит очередную преграду с нашего пути. Совет полагает целесообразным его убить. Слишком уж долго он зажился на этом свете. Андроник Калут. Византиец какой-то, да? Ясно. Нет. Пусть живет. Так, Смирна до сих пор болеет, казна в минусе, в общем-то здание продолжает строиться. Да. Я делаю ноги. Так, а как мне... Да. Марш! Рад служить. Почту за честь. Как мне именно сделать ноги? Да. Жду приказаний. То есть, как бы так вот, чтобы... Чтобы не поймали и не побили. Жду приказаний. Так, ладно, давайте мы сразу же вот начнем объединять остатки. Так, у меня тут есть два отряда еще какой-то пехоты. Подкинем их. Так, тут есть, в общем-то, у нас какой-то набор войск. Ну, стрелков еще много. Ну, в принципе, да, здесь стрелков тоже понадобится. Так, мне вообще-то в Египте нужно будет, да, конница нужна будет. Так, конница тоже вот нужна будет. Хорошо, так, я вот... Рад служить. Никак не могу прийти к Еревану. С победой. Так, здесь. Блин, марш! Так сколько ты будешь идти, это выступаем самое? Выступаем немедленно. Объединяем войска. Почту за честь. Всем спешится, привал. Так, это получается, нам будет нужно подтянуть из Икония кое-что. Так, ну вроде бы время у нас еще есть. Вроде бы. Так, монголы здесь вот застряли возле Багдада. Ну, в принципе, мне кажется, я их понимаю. Что они хотят как бы здесь вот Багдад прибрать к своим монгольским ручонкам. Так что, в принципе, мне это понятно. Жду приказаний.
Может быть, как бы на Сиву пойти? Поднять якорь! Бросаем якорь до утра! В принципе, да. Ну, Сива. Да? Тоже неплохо. Прокладываю курс, милорд. Милорд, мы продолжим... Так, что у нас по времени? Да, по времени нужно уже заканчивать. Давайте, в принципе, закончим эту серию. Да, вот, было довольно-таки опасно. Провели мы несколько штурмов. В принципе, битву даже вот провели, в которой чуть было не проиграли. Но не проиграли, да, нет. В общем-то, вторглись мы в Египет. Уже потихонечку здесь с египтянами сражаемся. Пока что все довольно-таки сложно. Что-то у меня в воображении, знаете, было так вот, что это раз-раз, я быстренько захвачу Египет. И все. А оказывается-то, в принципе, все не так уж-то и просто. Ведь вы неверный, но благородный. Так что вот так вот с... Иерусалимским королевством мы заключили союз. С Антиохией у нас до сих пор союз. Саму Антиохию, на город идет джихад. Если джихад удастся, то я перехвачу этот город. В принципе, я уже объяснял, как. Монголы застряли здесь, вот возле Багдада. Они от нас далеко. Они никак не угрожают нам. Так что, в принципе, все идет нормально. Ну что ж, ставим лайки, подписываемся на канал, ждем новых серий. Ну и давайте будем прощаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Будьте здоровы, всего хорошего.